Ассаляму алейкум, добрый день. Сегодня 14 июля. Мы находимся в поселке Родниковое, вот, возле дома Исмаила Рамазанова, которого сегодня неожиданно выпустили из следственного изолятора города Симферополя. Почему неожиданно? Потому что его выход был назначен на 16 число, то есть, ну, через два дня, на понедельник. Но, слава богу, как говорится, его отпустили чуть раньше, неожиданно. К сожалению, мы не смогли попасть непосредственно на встречу из следственного изолятора, но добрались к нему домой. Сейчас вот в его доме проходит встреча родственников, друзей. Естественно, все радуются. Сюда приходят те, кто был не безразличен к его судьбе, кто переживал за него, его родственники, родные, друзья. Вот мы подходим к его дому. Здесь вот на крылечке он как раз-таки стоит. Вот. В окружении джемаата, который пришел к нему навстречу. Вот мы как раз, как говорится, сейчас поздороваемся с ним. Салам алейкум! Машалла. Вот вы видите, вот он сам, как говорится, жив-здоров, в хорошем настроении. Естественно, радуется. Алхамдулилля. Очень рада тебя видеть, брат. Алхамдулилля. Я думаю, сейчас многие, как говорится, смотрят, да, те, кто переживал за твою судьбу, беспокоился за тебя, иншалла. Я думаю, тоже испытывают такую же радость от встречи с тобой. Алхамдулилля, машалла. Сегодня, получается, тебя чуть раньше выпустили. Да. Алхамдулилля. Ожидал, что 16-го все-таки днем. Но они, видать, больше держать не могут. Могут раньше отпустить, но больше держать там не могут. Я полагаю, что поэтому из-за того, что нельзя дольше держать полагаемого. Вот есть там, например, бумага пришла, что освободить. То есть там администрация больше не вправе держать. Ну, мы очень рады. Мы очень рады, что по воле Аллаха, да, иншалла, тебя отпустили, ты на свободе, в кругу своей семьи, с родственников, близких. Алхамдулилля. Иншалла. Иншалла, халган джимат. Аллахымызға, Аллахымызға джумлесіне набле ұзайдыңдар, тез күлерді қаранталарымен қауышып. Иншалла. Береберлікте джематымызман береберлікте олып. Болмағы насып етсін. Иншалла. Амин. Амин. Алхамдулилля. Қарташыларымызға. Иншалла. Ребет. Чтоб все семьи, которые, все семьи наших братьев, которые сейчас сидят в заточении, вернулись, наконец-то обрели свободу, вернулись к своим семьям, к своим детям, обняли их, как я сегодня с радостью это сделал. Чтобы эти моменты счастья, эти Аллах подарил всем нашим братьям. Чтобы все их родители, которые переживают, которые...